В парламенте сегодня ответили одиозному российскому телеведущему и гостю его скандального ток-шоу. Оба, обсуждая ситуацию в Украине, позволили себе громкие высказывания в адрес Казахстана, назвав нашу страну следующей проблемой России. Сенатор Мухтар Кулмухамед заявил, что эти выпады противоречат политике казахстанско-российского сотрудничества, являются скандальными и подстрекательскими. Парламентарий выразил уверенность, что истерическая риторика программы во многом связана с тем, что сам ее ведущий уже давно является персоной нон-грата не только в Казахстане, но и в других странах мира. Соловьеву и гостям его шоу давно пора принять тот факт, что геополитическая ситуация сильно изменилась, и с ней придется считаться, заключил сенатор. Соловьев давно возглавляет всевозможные санкционные черные списки. Поэтому загнанный в угол Соловьев бросается на всех подряд и брызжет ядовитыми слюнями. На фоне всеобщего неприятия он сам часто выступает или гостей своей программы подталкивает, подначивает на скандальные подстрекательские заявления. Казахстан вот уже более 30 лет является независимым государством. И пора Соловьеву и ему подобным политиканам понять эту очевидную истину и научиться считаться с новой геополитической реальностью. Накануне и в отечественном МИДе резко осудили эти высказывания. Дипломаты подчеркнули, что глава государства и руководство Министерства иностранных дел и другие руководители нашей страны уже не раз высказывались по поводу подобных комментариев и заявлений разного рода говорящих голов. Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Российской Федерацией, и, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации.